на месте. Мы приветствуем Вилму, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Вилмы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Вилмы, находит все. Она говорит, я берегу и защищаю свою энергию. Она чистая, но у нее есть неупокоенная душа. Хорошо, неупокоенная душа выходит. Спрашиваем ее, пусть представится, как к ней обращаться. Алан, я прошу прощения за свое вторжение, но мне срочно нужно выйти. Расскажите пару слов о себе. Как давно вы закончили земную свою жизнь? В каком возрасте? Почему не ушли? Я очень спешил, узнав, что портал будет открыт для таких, как я. Понятно. Вы получили информацию и пришли сюда. Хорошо. Ну, о себе расскажите. Это было недолго. Последние пару часов. Я понял. У меня нет претензий, что вы находились здесь. Я хотел уточнить, когда вы закончили свою земную жизнь, в каком возрасте и по какой причине? И почему сразу? Моя земная жизнь оборвалась внезапно. Перелет небольшого самолета. Когда это было? Я был один. Я обучился летать, но не справился с управлением. А может, самолет был неисправен, теперь уже нет разницы. Это был 23 марта 2023 года. С тех пор я ищу выход. Алан, вы правильно пришли. А в какой стране вы жили? Франция или что это было? В каком государстве? Швейцария. Швейцария. Хорошо. У меня больше вопросов нет. Алан, вы правильно пришли. Информацию вы получили правильно. Я сейчас открою вам светлый портал в чистилище. И все на этом закончится. Вы уйдете в новое воплощение. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Алан уходит в этот портал. Его куратор встречает. Все, кто его знали по ту сторону, встречают его. Мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Встречает его Вера. О, как прекрасно. Благодарю вас. Во благо. Всего наилучшего, Алан. Да, встречаю это. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Такие вещи бывают. Итак, у нас Вилма чистая. Давай заправим ее энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии. 380-24. Значит, три макушку головы Вилмы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Чуть громче говори. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вилма, как чувствуешь себя? Прекрасно. Хоть гармонизировать и балансировать уже умею. Хорошо. Сейчас пригласим твоего куратора Атласа и вместе с ним поднимемся на уровень твоего высшего «Я», где ты сможешь задать 10 своих вопросов своему высшему «Я». Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Атласа, куратора Вилмы. Я здесь и приветствую всех. Приветствую вас, уважаемый Атлас. Видите, как быстро мы с вами встретились. Вилма написала 10 вопросов своему высшему «Я», и по традиции мы всегда берем куратора с собой в эту поездку, в этот полет, на этот визит, я не знаю, как лучше сказать. Будете ли вы так любезны сопроводить нас в этой замечательной поездке? Во-первых, я хочу поблагодарить Вилму за ее развитие и прогресс. И буду рад и признателен, сопроводив она очень частичку души к своему высшему «Я». Она очень старается, и плоды ее старания, они действительно видны. Нас это с Верой очень радует. Как это не просто старание, это развитие и прогресс души, упорство, сосредоточенность и усердие. Работа. Отлично. Души. Замечательно. Хорошо. Уважаемый Атлас, на какой уровень мы поднимаемся? На 10 уровень. Хорошо. И, Вера, бери сейчас Вилму, свои крылья, вместе с куратором Атласом и мной. На 4 поднимаемся на 10 уровень высшего «Я» Вилмы. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте.
Снимается маски и голограмма, все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зелено-красный, если это высший уровень высшего я Вилмы. Зеленый, если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый. Отлично. И я делаю запрос и приглашаю к нам выйти высшее я Вилмы. Приветствую всех на 10 уровне. Приветствуем вас, уважаемая высшая я Вилмы. Приятно видеть вас. Да, мы сегодня решили подняться, вернее, не мы решили, Вилма решила вам задать несколько вопросов, хотя она была недавно у вас, но вы в курсе этой всей ситуации. Приятно видеть столько душ на этом уровне и приветствовать вас и в свою частичку. Благодарим вас. Как нам к вам обращаться, уважаемая высшая? Так же, как и раньше, Морга. Морга. Мы встречались с вами по земным меркам год назад. Я помню, имя Морга мне говорит о чем-то. Итак, я начинаю со вступления. Благодарю Влада и Веру за помощь. Благодарю своего учителя Атласа и мое дорогое высшее я за встречу со мной и выражаю свою искреннюю любовь. Мне это очень важно на данном этапе развития моей души. Работа с душами людей – это огромная ответственность, и я хочу быть уверена, что на обучении в школе Арго я все делаю правильно. У меня много сомнений в моей человеческой голове, и чтобы успокоить свой разум и все прояснить, мне нужны твои ответы на мои вопросы. Прекрасное приветствие. Я бы хотела добавить, что сомнения – это не всегда плохо. Сомнения ведут нас к истине. Благодарю. Очень важное замечание, уважаемая Морга. Я благодарю вас. Первый вопрос. Удалось ли мне на самом деле подняться до тебя во время моего транса? И действительно ли ты ответила на 5 моих вопросов? И все, или все это мой разум придумал? Прекрасный вопрос. Самое лучшее и правильное – спросить напрямую высшее я, чем сомневаться. Да, мы встречались совсем недавно. Это был твой первый личный опыт. Мне было приятно синхронизироваться и соединиться в мой полный объем. Благодарю тебя за это. Благодарю вас за этот ответ. Можно продолжать дальше? Можно. Второй вопрос. Сколько жизней у меня было на Земле и какие главные моменты, события были в моей последней прошлой жизни на Земле? Прошлые земные жизни. Они важны в развитии любых душ, но душам они несут боль. Через боль душа развивается и получает опыт. Боль присутствовала в твоей прошлой жизни. Теперь душа знает, что такое боль потери, смирение, принятие. Душа идет дальше. Я лишь скажу, зачем нужен земной опыт любой жизни. Приходя из жизни в жизнь на планету Земля, душа набирает свой опыт, развивается. Ее багаж или осознанность расширяется. Душа переходит на следующий уровень развития. И, возвращаясь на Землю, душа может с накапленным прежде опытом понимать другие души, сочувствовать, соучаствовать и помогать им в своем развитии и прохождении своего опыта. Таким образом, души, пришедшие на Землю, помогают друг другу, делясь опытом и развитием. Таким образом, души прогрессируют, с ними прогрессирует вся планета Земля. Нужно лишь правильно относиться к окружающим людям, к окружающим душам, понимать, что каждый из них проходит свой опыт. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, а кто-то останавливается в своем развитии и проживает физическую жизнь материальными заботами, забывая, что душа хочет и нуждается в развитии именно для того, чтобы в следующий раз прийти и помочь тому, кому нужно это развитие, тому, кто ищет этого развития и развивает планету Земля таким образом.
то, что происходит на планете Земля на сегодняшний день, это интерференция, большая интерференция и попытка изменить человеческую душу. В том смысле, как она есть, сострадание, совесть, сила, духовность, мощь, милосердие. Это пытаются искоренить любыми путями. Именно поэтому так нужна доброта, любовь, понимание своих энергий и их защита. Я заговорилась, вопрос был в другом. Конечно, я помню его. Сколько жизней на Земле, сколько воплощений на Земле? 12-е воплощение. 12-е? 13-е воплощение. 13-е воплощение. И она еще спросила о своей последней жизни. Какие события были? Я сказала. Вы рассказали. Благодарю вас. Была боль. Был опыт боли. Это опыт нужен для дальнейшего развития и понимания боли других душ на Земле. Без прохождения такого опыта ты не можешь стать выше и понимать души, проходящие такой опыт. Все идет своим чередом. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас, уважаемая Морга. Третий вопрос. Хочу спросить о моем месте силы. Почему-то я его вижу где-то в глубоком космосе. Пожалуйста, расскажи мне о моем месте силы, где оно находится и как выглядит. Такой вопрос. Прекрасно. Это мое место силы. А ну я поделюсь информацией со своей частичкой. Мы любим приходить в одно место на краю галактики. Межгалактическая душа просит разные энергии и их движения. Именно там чувствуется движение и вибрации. Это как ветер перемен. Душа тается и наполняется энергиями межгалактического пространства. Замечательный ответ. Благодарю вас, уважаемая Морга. Если вы закончили, я могу дальше продолжать? Или вы хотели добавить? Я могу добавить и немного описать это место. Но пожалуйста. Это не главное. Это то, что вы видите глазами и представляете. Главное — это почувствовать энергии этого места, как ветерок, который перемещается из галактики в галактике. Это самое важное. Именно там мы успокаиваемся и напитываемся новым, свежим потоком. Благодарю. Благодарю вас, Морга. Идем дальше. Четвертый вопрос. Как мне развивать свои экстрасенсорные способности? Что мешает раскрытию ясновидения, яснослышания, яснознания? Как вы любите говорить, на Земле все в голове. Все идет из головы. Именно поэтому тебе нужно расслабиться. Расслабить свои мысли, отпустить их, довериться себе, довериться тому, что происходит. Это называется поток, быть в потоке. Информация открывается, когда идет поток. Информация закрывается, когда есть анализ и сомнения. Она становится уже. Постарайся принимать информацию. Первое — расслабиться. Принимать информацию. После того, как информация принята и озвучена, потом можешь анализировать и сомневаться. Информация, полученная через тебя, будет подтверждена или опровергнута тем, для кого была эта информация. После получения подтверждения или опровержения ты поймешь и более утвердишься в правильности своих действий. Я не буду забегать вперед. Это опыт, получаемый душой. Не ставь сомнения вперед полученной информации. Сомневаться будешь после того, как поток информации или ответ на вопрос закончен. Мне кажется, я доступно ответила и понятно. Вы очень понятно и доступно ответили, уважаемая Морга. Я благодарю вас. Я перехожу к пятому вопросу. Он связан, скорее всего, с четвертым. На каких качествах, способностях мне стоит больше сосредоточиться, чтобы развить способности слипера и гипнолога? На качествах партнерства, на знаниях,
не останавливаясь в получении знаний. Я имею в виду информации, которые вокруг тебя в жизни, книги и другие источники. Не переставай пользоваться этой информацией. Дальше анализ. Это твой человеческий багаж на планете Земля. Я имею в виду про информацию, относящуюся к развитию души, а также к развитию планеты Земля, ее прошлому, настоящему и будущему. Не переставай получать этой информации, не останавливайся в развитии. Получай любую информацию, потом будешь анализировать, потом будешь понимать, как она предоставлена, почему и зачем. Верна она или нет, какая-то информация станет для тебя очень легкой и простой. Я имею в виду давно прочитанное, а какая-то даст тебе новый прорыв и понимание. В связи с тем, чем ты занимаешься, это будет дополнительный багаж и понимание, расширение твоих возможностей, так как клиенты, с которыми ты будешь работать, будут приходить с разных уровней. Ниже тебя и выше тебя. Выше твоего понимания и ниже твоего понимания. Информация и твой багаж, полученный на Земле, будут помогать тебе в этом. Чем больше информации ты будешь получать, тем разнообразнее клиенты, и информация будет поступать к тебе на тонком плане. Благодарю тебя. Благодарю вас. Уважаемая Морган, я продолжаю. Шестой вопрос. Есть ли какая-то связь из прошлых воплощений с душой моего коллеги Арунаса? Если да, кем мы являлись друг другу? Арунаса. Минутку. Да, Арунас. Арунас. Гибридная душа. Имеет 20% межгалактической составляющей. Арунас и ты пересекались в одном из... Назовем это университетом на межгалактической станции. Вы оба преподавали и вели новые души, рассказывая им о развитии и разных структурах. Арунас рассказывал об Арктуре, рассказывал, показывал там другие системы и понятия обучения. Вы легко представили школу и класс учителя с указкой и доской. Там происходит по-другому. Мы можем открывать пространство и показывать объекты. Уже намного интереснее. Именно так. Именно там вы пересекались. Благодарю. Замечательный опыт. Благодарю вас, уважаемая Морга. Остаемся с Арунасом. Получится ли из нас с Арунасом пара гипнолога и слипера? Способны ли мы помогать другим людям? Ты спрашиваешь о будущем. А как ты знаешь, будущее многогранно. Поэтому в целом души накопили много материала, способного продвигаться дальше и работать в паре. Межгалактическая связь поможет вам в этом. Но как будет происходить работа в паре, может сказать только практика и сравнение. Я бы хотела напомнить, что практика показывает многое. Не обязательно практиковать. Я хочу сказать, не обязательно пробовать много разных партнеров. Пару сразу видно по энергиям, пониманию, расслаблению и доверию. Это ты проходишь этот опыт на Земле. Поэтому ты будешь чувствовать и решать, как правильно быть. В целом я не вижу причин. Благодарю. Для не совпадения пары. Но решать будешь ты по своим ощущениям и желаниям. Благодарю. Благодарю вас, Морга. Это мы распределяем ее в пары, для того, чтобы она поняла, с кем ей комфортно, с кем ей некомфортно работать. И так с каждым... Опыт должен быть. Опыт должен быть. Но я говорю про дальнейшую работу, практику и работу. Опыт пройден, опыт получен. Что будет дальше? Решать тебе, как моя частица на Земле. И лежит в ее руках. Благодарю вас. Я перехожу к восьмому вопросу. На одном из сеансов с Владом и Верой
один куратор межгалактической души рассказал, что межгалактические души имеют возможность напрямую подключаться к библиотеке, базе данных на нашей станции и получить информацию. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это за база данных и как к ней правильно подключиться. Прекрасный вопрос. Это генетическая память, которая находится в твоем ДНК. Я расскажу немного о межгалактических душах. Межгалактические души, как вы знаете, новые и молодые души по сравнению с другими душами. Межгалактические души были добавлены информация по разным объектам, душам и параллельным мирам, информация о времени, его отсутствие, большой и количество информации было добавлено на момент воспроизведения рождения таких душ. Именно поэтому твой 10-й уровень соответствует 13-му уровню душ с разных объектов. Твоя душа уже сформировалась и родилась определенной информацией. Но межгалактические души могут гораздо больше, поэтому твой уровень 10. Я понятно объяснила этот момент? Безусловно, здесь все понятно. Здесь все понятно. Мы знаем, что межгалактические души, хоть они моложе, но в них заложены так. Они очень быстро учатся. То, что другие души добились практикой, уже было заложено в межгалактические души при рождении. Поэтому им это уже знакомо. Все, что им нужно, это чувствовать. Это на разных объектах, там, где они пребывают. Они быстро учатся, учитывая то, что они уже знают этот опыт, записанный из опыта других душ. А теперь перейдем к вопросу. Как я уже сказала, информация находится на твоем ДНК. С библиотекой межгалактических душ происходит по запросу души. Но я бы хотела, чтобы ты четко понимала, запрос души может происходить именно по прошлым жизням души. Это другая библиотека, это хроники Акаши. Межгалактическая библиотека содержит информацию о душе межгалактической с рождения, плюс информацию по разным объектам и галактикам, космосу, расширенному космосу и всего, что окружает межгалактическую станцию. Тебе нужно сонастроиться и задать определенный вопрос. Сонастройка происходит визуально. Ты визуализируешь, вспоминаешь, как я уже сказала, в твоем ДНК это заложено. Расслабься и постарайся сонастроиться с межгалактической библиотекой. Задай определенный вопрос. Это как вибрация, тонкая линия или молния светлого цвета. Она направит на ответ и пойдет поток информации. Это все происходит визуально. Вопрос должен быть четкий. Вопрос должен быть по определенному объекту. Пойдут картинки или будет поступать информация, как это происходит сейчас. Благодарю. Замечательная информация. Я благодарю вас, уважаемая Морга. Даже я сегодня подчерпнул что-то новое из этого ответа. Мне очень интересно было узнать, что есть действительно межгалактическая библиотека, так как хроники Акаши, они же, по-моему, только связаны с земной жизнью души, которая сюда приходит. Хроники Акаши записывает, что происходит на уровне человеческого времени. Человеческого времени. Все понятно. Благодарю. День за днем. Каждый день, когда мы засыпаем, вся информация переходит туда. Благодарю вас за это разъяснение. Очень было важно услышать такую информацию. 9-й вопрос. А мне интересно спросить у тебя и задать свой вопрос. Пожалуйста. А почему ты сказал, что даже я подчеркнул какую-то информацию? Ты считаешь, что твоя душа очень развита, и тебе не надо больше развиваться? Безусловно, нет. Это было неправильно понято в этом отношении. Просто очень многие вещи повторяются. Мы все знаем здесь о хрониках Акашах, мы все знаем, например, о уровнях высшего «я», но никто толком не может, например, сказать, сколько есть этих уровней высшего «я». Информация у нас на Земле действительно ограничена. Что касается меня лично, я каждый день учусь.
каждый день, но просто очень многие ответы, которые вы говорили, они мне были знакомы. А вот это было незнакомо. Именно поэтому я и сказал, что я благодарю за эту информацию, это что-то новое, что я где-то смог подчерпнуть какую-то новую информацию для меня. Я благодарю тебя за этот ответ. Это ни в коем случае не укор. Просто мне интересно, это мой интерес, услышать даже я. Скорее всего, я неправильно выразился. Что-то новое. Скорее всего, я неправильно выразился, но правильно было бы сказать, даже я почерпнул сегодня что-то новое. Так я благодарю тебя за этот ответ. Не принимай его как укор. Ни в коей это мере. Это мой интерес. Ни в коей мере. Ни в я коей тоже мере. Почерпнула что-то новое из этого ответа. Благодарю тебя. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какая связь связывает меня с моими земными родителями? Воплотились ли мы вместе в прошлых воплощениях? Если да, кем мы являлись друг другу? Скорее всего, воплощались ли мы в прошлых воплощениях? Если да, кем мы являлись друг другу? Являются ли они моими родственными душами? Еще раз прочитать. Я бы хотела, чтобы ты зачитал предыдущий вопрос. На одном из сеансов, восьмой, на одном из сеансов Влада и Веры, куратор межгалактической души, рассказал, что межгалактические души имеют возможность напрямую подключаться к библиотеке, базе данных на нашей станции, получить информацию. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это за база данных и как к ней правильно подключиться. Благодарю тебя. Теперь следующий. Девятый вопрос. Какая связь связывает меня с моими земными родителями? Воплощались ли мы вместе в прошлых воплощениях? Если да, кем мы являлись друг другу? Являются ли они моими родственными душами? Нет, это ваше первое воплощение. Я лишь могу сказать, что ваша встреча была предопределена перед воплощением. Секунда. Души перед воплощением встречались. Именно это я имею в виду, предопределено. Каждый из вас проходит свой определенный опыт. Именно для этого нужна была встреча и знакомство, чтобы на Земле вы чувствовали свою близость. Они встречались первый раз. Именно так происходит планирование, когда душам нужно пройти определенный опыт. Так как на Земле стерта память, души встречаются до воплощения, чтобы чувствовать себя комфортней и проходить свой опыт легче. Есть другой вариант воплощения, когда души не были знакомы, но они пересекались в прошлых жизнях или вообще никогда не были знакомы. Тогда ребенок выбирает родителей и воплощается в семье. У каждого воплощения есть свой смысл и задача. Благодарю. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Морга. Последний, десятый вопрос у меня остался. Какой еще совет, мое дорогое Высшее Я, дало бы свои частички на данном этапе развития? Не сходи с этого пути. И помни, что сомнения – это неплохо. Но сомневайся потом. Откройся информации, поглощай ее. После этого ты можешь сомневаться и анализировать. Дай развиться только... Таким путем откроются твои каналы. Дай развиться яснознанию, яснослышанию и ясновидению. И еще я хочу сказать, если что-то настойчиво не уходит, значит оно действительно есть. Обрати на это внимание. В твоей работе показалось, это не просто слово, в твоей работе показалось, это может быть большое общение. Доверяй себе. Если навязчиво что-то не уходит, обрати на это внимание и скажи об этом своему партнеру. В остальном, твое развитие прекрасно. Оно приносит мне удовлетворение и развитие, продвижение и новую информацию и багаж, как вы говорите на Земле. Новые знания и расширение моих способностей, соответственно, твоих. Соответственно, моих. Я благодарю тебя за эту встречу. У меня еще остались заключительные слова. Мое дорогое Высшее Я, благодарю за ответы на нашей встрече. В знак благодарности я хочу подарить тебе букет моих любимых весенних цветов. Букет из белой и фиолетовой сирени, жасмина и разноцветных тюльпанов. 1, 2, 3. И, Верочка, этот букет из...
фиолетовой сирени, жасмина и разноцветных тюльпанов появляется в твоих руках. И это передай... затронуло мою душу. И это передай, пожалуйста, это высшему я Морге. Сейчас ты передала мне частичку планеты Земля, и мои вибрации распространились глубоко в межгалактическом космосе. Благодарю тебя за это чувство, запах, настроение и ощущение. Я же со своей стороны хочу сказать, чтобы ты всегда помнила, что ты не одна. У нас огромная связь. Я хочу сказать, что ты можешь наполнять себя все стопроцентными чувствами и энергиями. Это не значит, что ты забираешь у меня их. Это значит, что они переливаются от меня к тебе, от тебя ко мне. Не чувствуй себя маленькой частичкой. Чувствуй себя целым, огромным объектом, душой, входящий опыт. Душой, которая может принимать энергии межгалактических, межгалактические энергии от своего высшего я, наполняясь и становляясь одним большим целым. Ты и я — это одно целое, не забывай об этом. Это даст тебе определенную уверенность и веру, то, что ты не одна, и ты идешь правильным путем. Этим бы я хотела подытожить нашу встречу. Уверенность не повредит в твоем деле воплощении на планете Земля. Я закончила. Благодарю вас. Благодарю, уважаемая Морга, но мы еще не закончили. Верочка, в твоих руках появляется традиционная наша большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами на Земле. И мы хотим передать этот скромный подарок высшему я Морге в знак благодарности за эти замечательные слова, за эту встречу, за эти энергии, которые мы испытали на этом уровне. На добрые воспоминания. Это великолепный подарок. Вместе с этим подарком ко мне пришла визуализация октября, осенних красных и зеленых листьев, дождя и перехода от тепла к более суровым дням. Благодарю вас. Частичка осени посетила меня. Замечательно. Мы очень рады, что мы доставили вам эти приятные эмоции. Прощаемся на этом месте. Вернее, не прощаемся. Я говорю, до скорой встречи. Возможно, еще увидимся, уважаемая Морга. И сейчас пришло время покинуть этот замечательный 10-й уровень. Мы говорим вам всего наилучшего, дальнейшего вам роста и все, что можно пожелать, самое лучшее высшему я. Я бы хотела напомнить вам, наслаждайтесь каждым днем на Земле. Это так приятно, проходить земной опыт. Вас окружает столько живого и физически приятного. Дождь, листья, трава и другие природные картинки и физические объекты, которые можно потрогать, пережить. Почувствовать своими органами осязания. Это прекрасный опыт. Наслаждайтесь каждым днем. Благодарю вас за встречу еще раз. И остаемся на связи. Благодарим вас, Морга. Остаемся на связи. Хорошо, Верочка. Рассинхронизируйся с Моргой. Берем сейчас Вилму. Бери в свои крылья. И вместе с куратором Атласом и мной возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Отлично. Куратор Атлас, как вы оцените эту встречу? По-моему, замечательно было. Я думаю, что Вильма получила все интересующие ее ответы. И даже более. Примите, пожалуйста, и вы нашу благодарность за ваш визит, за то, что вы пришли и сопровождали нас. Верочка, большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами на Земле появляется в твоих руках. И мы передаем куратору Атласу на добрые воспоминания. До скорых встреч. Мы не прощаемся. Благодарю вас. Благодарим и мы вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Вилма, мы закончили встречу с вашим высшим я. Как вы ее оцените? Вы получили все ответы на все свои вопросы? Не только это. Я получила определенные энергии, когда мое высшее я сказала, что мы одно целое, и энергии переходят. От меня к ней это определенные энергии, которые я ощущаю дополнительно и ощущаю свою целостность. Благодарю вас. Во благо.
Хорошо, Верочка, будем возвращать Вилму. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Вилмы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Сейчас я еще больше понимаю свою душу, ее силу, ее вибрации, целостность и трепет. Отлично. Готово. Отключайся от объекта.